Добрый день! Выглядим мы сегодня вот в моем любимом цвете. Я, правда, сочетала с теми же самыми брючками вот такую слегка зеленоватую сегодня кофточку для того, чтобы повесить вот эти вот бусики, которые у нас буквально навьё, и я их еще ни разу так на себя и не нацепила. Вот первый раз у нас получился такой достаточно удачный комплект, и я также буду встречать гостей. Я только эти сапоги поменяю на смешные, на домашние. Сейчас я вам их покажу. Вот на такие я их поменяю. Вот такие они у меня с такими спандами. Есть башмачки, и я просто буду, подошвочка у нас прорезиненная такая, чтобы я не стучала каблучками, а выглядела вот такая домашняя, уютная хозяйка. И чтоб ножкам было тепло. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.